По всей стране сегодня чествуют героев Отечества. Многим это звание было вручено посмертно. Среди них уроженец Туношны Александр Селезнев. Землякам подвиг героя хорошо известен. В сентябре 1999-го во время сражения с боевиками за село Чабан-Махи на Северном Кавказе он прикрывал отход товарищей, задачу выполнил ценой собственной жизни. В его честь в Туношне названа средняя школа. В пятницу она отмечала 150-летний юбилей. Почтить память героя, поздравить коллектив школы с юбилеем ветеран боевых действий, родители Александра Селезнева и руководство управления.